против иудеев, слово третье. К тем, которые по-прежнему постятся в Пасху. Опять крайняя и настоятельная нужда, прервав порядок прежних бесед, заставляет нас сегодня говорить о ней самой и отвлекает от прений с еретиками. Мы намерены были побеседовать с вашей любовью опять о славе единородного, но нелепое упорство желающих по-прежнему поститься в Пасху вынуждает нас все нынешнее поучение употреблять на их врачевание. И хороший пастух не только отгоняет волков от своего стада, но и со всей заботливостью лечит заболевших овец. Ибо какая польза, когда овцы хоть и избегают пасти зверей, зато истребляют болезнью. Так и наилучший военачальник не только отражает замыслы внешних врагов, но еще прежде этого умеряет волнующий город, зная, что внешняя победа не принесет никакой пользы, пока будет продолжаться внутренняя, междоусобная война. А чтобы тебе увериться, что нет ничего гибельнее внутреннего раздора и несогласия, послушай, что говорит Христос. «Всякое царство, разделившееся в самом себе, опустеет». Что кажется могущественнее государству, у которого есть и денежные доходы, и оружие, и стены, и крепости, и огромное войско, и конницы, и бесчисленное множество других средств, увеличивающих его силу? Однако ж, если в нем возникнет междоусобие, вся эта сила сокрушается, ибо ничто так не ослабляет общество, как ссоры и распри, и напротив, ничто столько не усиливает и не укрепляет, как любовь и согласие. Сознавая это, и Соломон говорит: «Брат от брата помогаем, как город твердый». Притча 18.19. Видишь, как сильно единодушие и как гибельно раздор. Царство, раздираемое междоусобием, гибнет. А два человека, соединившиеся и тесно связаны между собой, непоколебимее всякой стены. Знаю, что у нас, по милости Божией, большая часть стада свободна от этой болезни. Однако поэтому не должно еще пренебрегать врачеванием. Если бы даже больных было только 10 человек, или 5, или 2, или только 1, и тогда не надлежало бы оставлять его без внимания. Пусть он и один, притом незначительный, презренный человек, однако и он брат, за которого Христос умер. О малых-то и Христос заботится много. Кто соблазнит, говорит он, одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской. И опять, так как вы не сотворили одному из меньших сих, то не сделали мне. И еще, так нет воли Отца Небесного, что погиб кто из малых сих. Как же будет безрассудно, если мы вознеродим о малых, когда Христос столько заботится о них? Не о том говорит, что он больной один, но о том, что один, оставленный без внимания, передает свою болезнь прочим. Небольшая закваска, говорит апостол, много заквашивает. Это-то и губит, и расстраивает все, что мы пренебрегаем малым. Оттого-то и малые раны делаются большими, точно так же, как большие легко сделаются малыми, если о них позаботятся надлежащим образом. Так вот, что мы наперед скажем им, христианам, держащимся иудейства. Нет ничего хуже, как раздор и брань, как расторгать церковь и раздирать на многие части хитон, которого не осмелились разорвать и разбойники. Недовольны ли других ересей? Нет, мы еще рассечем сами себя. Разве не слышишь, что говорит Павел? Если друг друга угрызаете и съедаете, то берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом. Ходишь ты вне стада, и не боишься, скажи мне, льва, который бродит около стада. Потому что враг ваш, дьявол, говорит апостол, как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. Смотри, мудрость пастыря. Не пустил зверя в самую середину овец, чтобы не перепугать стадо. Не прогнал его и далеко, чтобы опасением зверя заставить всех овец собраться вместе. Не боишься ты отца? Побойся врага. Если отделишься от стада, он, наверное, схватит тебя. Христос мог бы прогнать его и далеко, но позволил ему рыкать около стада, чтобы заставить тебя быть бодрым и заботливым и постоянно прибегать к матери церкви, чтобы находящиеся в стаде, слыша голос его, больше соединялись между собой и прибегали друг к другу.
Так поступают и сердобольные матери, когда дети расплачутся. Они грозят бросить их на съедение волкам, не с тем, чтобы в самом деле бросить, а чтобы дети перестали плакать. Так Христос все сделал, чтобы мы жили в мире и согласии друг с другом. 659. Поэтому и Павел, хотя мог обличать коринфян во многих и важных грехах, но прежде всего обличает их в раздорах. Так он мог бы осудить их и за блуд, и за гордость, и за языческие судилища, и за пиршество в идольских капищах, и за то, что жены их не покрывали своих голов, а мужчины покрывали. Кроме этого, за презрение к бедным, за превозношение дарованиями и за сомнения касательно воскресения мертвых. Но так как мог он вместе со всем этим обличить их еще за раздор и несогласие между собою, то, оставя все прочие пороки, наперед исправляет этот последний. Если я не затрудню вас, то докажу самыми словами Павла, что это действительно так. Так что они блудодействовали, об этом послушай, что говорит он. Я слышу, что у вас есть такое блудодеяние, что они были горды и надменны, ибо так как не иду к вам, то некоторые возгордились, что судились у язычников. Как кто из вас смеет судиться у неверных, что ели дела жертвенные, не можете участвовать в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Послушай, как он укоряет их и за то, что женщины у них не покрывались, а мужчины напротив. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, посрамляет главу свою. И всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, посрамляет голову свою. А что они презирали бедных, и это ясно показал апостол словами: «Иной алчит, а иной упивается». И еще: «Или пренебрегаете церковь Божию?» Так как все они домогались больших дарований духовных, и никто не хотел принимать меньших, то он говорит: «Все ли апостолы, все ли пророки? А что они сомневались касательно воскресения мертвых?» И об этом говорит: «Как говорит некто, как восстанут мертвые, или в каком теле придут?» Но несмотря на то, что он мог их обличить их столь многом, апостол ни о чем не сказал им прежде, как о несогласии и раздоре. Лишь только начал послание, уже и говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили одно и то же, чтобы не было между вами распрей». Он знал, очень хорошо знал, что это не терпело отлагательства. Блудник и гордец, и зараженный другим каким-нибудь пороком, очень скоро отстанет от него и исцелится, если всегда будет ходить в церковь и постоянно слушать поучения. Но кто прервал связь с этим собранием, уклонился от отеческого наставления и убежал из врачебницы, тот, хотя и кажется здоровым, скоро подвергнется болезни. Как искусный врач прежде прекращает горячку и потом залечивает раны и вериды, так поступил и Павел. Уничтожив наперед раздор, он потом начал уже врачевать и раны каждого члена. Поэтому прежде всего он говорит о том, чтобы коринфяне не ссорились между собой, не выбирали сами себе начальников и не рассекали тело Христово на многие части. Впрочем, он говорил это не им только, но и тем, которые после них страждут той же болезнью. Таких людей и я хотел бы спросить: что значит Пасха? Что такое Четыредесятница? Что такое иудейская Пасха и что наша? Почему та ежегодно бывает только однажды, а это совершается в каждое собрание? Что такое опресники? Хотел бы спросить еще и о многом другом, что только относится к этому же самому предмету. И тогда вы хорошо бы узнали, как неразумно упорство тех, которые не могут дать отчет в своих поступках и не учатся у других, как будто они умнее всех. А это-то и заставляет крайнего заслуживать осуждения, когда они и сами не знают дела, и приказаний не слушают, но, действуя без рассуждения по глупой привычке, стремятся в бездну и пропасти. 660. Как же они умничают, когда мы так возражаем им? Вы сами, говорят они, не так ли постились прежде? Не твое дело говорить об этом мне, а я вправе сказать тебе, что и мы прежде постились в это же время, однако общее согласие предпочли совпадению времен.
То есть вместе с иудеями до определения Никейского собора о праздновании христианской Пасхи ни в одно время с иудейской. Что Павел говорил галатам, то и я говорю, будьте как я, потому что и я как вы. Что это значит? Он убеждал их отстать от обрезания, оставить субботы и дни и все другие обряды, предписываемые законом. Потом, заметив их боязнь и опасения, как бы им за нарушение закона не подвергнуться ответу и наказанию, он ободряет их собственным примером, говоря, «Будьте же, как я, потому что я, как вы». «Разве я, — говорит он, — пришел от язычников? Разве я не знаю подзаконной жизни и того наказания, которое ожидает нарушителей закона? Еврей от евреев, по закону фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной». То есть решительно отстал от них. Итак, будьте как и я, потому что и я был как вы. И что говорю я о себе? Более 300 отцов, собравшись в Вифинской стране, постановили это, то есть касательно празднования христианской Пасхи, не в одно время с иудейской. Разумеется, Первый Вселенский Собор в 325 году по Рождестве Христовом. И ты бесчестишь всех их? Одно из двух. Ты обвиняешь их или в невежести, будто бы они не знали хорошо того, что учреждали, или в робости, будто бы они хоть и знали, лицемерили и изменили истине. Это необходимо следует, коль скоро ты не исполняешь их постановления. Но что они обнаружили тогда и великую мудрость и мужество, это показывает все деяния собора. О мудрости их свидетельствует изложенная тогда вера, которая заградила уста еретиков, и как непоколебимая стена отразила все козни их. А о мужестве – только что окончившиеся гонения и несогласия в церквах. Как храбрые воины, воздвигшие бесчисленное множество трофеев и покрытые многими ранами, пришли тогда со всех сторон предстоятели церквей, нося на себе раны Христовы, и свидетельствуя о множестве мучений, которые претерпели они за исповедание веры. Одни из них могли рассказать о рудокопнях и претерпенных ими там страданиях, другие – о лишении всего имущества, иные – о голоде, а иные – о частых бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные ребра, другие – на избитую спину, иные – на исторгнутые глаза или на другие какие-нибудь части тела, которых лишились они за Христа. Из таких-то подвижников состоял тогда весь собор. Они-то вместе с изложением веры постановили и то, чтобы праздник Пасхи христиане совершали все вместе и согласно. Итак, могли ли эти мужи, не изменившие вере в столь тяжкие времена, лицемерить в назначении известных дней поста и Пасхи? Смотри, что ты делаешь, когда осуждаешь столь многих отцов, так мужественных и мудрых. Если фарисей, осудив мытаря, потерял все, что было у него доброго, то какое извинение, какое оправдание будешь иметь ты, когда восстаешь против столь многих боголюбезных учителей, и притом несправедливо и совершенно неосновательно? Разве ты не слышал, что говорит сам Христос, где двое или трое из вас собраны во имя Мое, там и Я посреди их? Если же Христос находится посреди двух или трех, тем более Он находился, все определял и постановлял там, где было более 300. А ты обвиняешь не только их, но и всю Вселенную, потому что и она одобрила их определение. Или думаешь, что иудеи умнее отцов, собравшихся со всей Вселенной, иудеи, которые лишились всего отечественного устройства и ни одного праздника не совершают по-надлежащему, что у них нет ни опресноков, ни Пасхи? Многие, как слышу я, говорят и то, что Пасха христианская должна быть с опресноками, что у них нет опресноков, выслушай об этом слова законодателя Моисея. «Не можете приносить Пасху ни в одном из городов твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, но только на месте, которое изберет Господь Бог твой, призывайте имя Его там». Второзаконие 16.5. Разумея здесь Иерусалим. Видишь, как Бог привязал этот праздник к одному городу, впоследствии разрушил и самый город, чтобы и поневоле отклонить их от прежнего порядка жизни. Всякому известно, что Бог предвидел будущее. Для чего же Он собрал их туда со всей вселенной, если предвидел, что этот город погибнет? Не ясно ли, что Он хотел отменить и самый праздник? Бог отменил его, а ты, последующий иудеям, о которых пророк говорит, «Кто так слеп, как раб мой, и так глухой,
как владеющий ими. Исайя 42:19. В самом деле, кому не были они неблагодарны и бесчувственны? К апостолам ли, к пророкам ли, к учителям ли своим? Но что и говорить об учителях и пророках, когда они убивали даже детей своих? Они ведь заколали в жертву демонам своих сыновей и дочерей. Они не познали самой природы и усердствовали соблюдать дни. Попрали родство, забыли детей, забыли самого Бога, создавшего их. «Бога, родившего тебя, — говорит Моисей, — оставил, и забыл Бога, питающего тебя». Второзаконие 32:18. «Оставили Бога и усердствовали соблюдать праздники». Кто бы мог сказать это? И Христос праздновал с иудеями Пасху не для того, чтобы мы праздновали ее с ними, но чтобы посредством тени ввести истину. Он и обрезанию подвергся, и наблюдал субботы, и совершал их праздники, и вкушал опресноки. И все это делал в Иерусалиме. Но мы ни к чему этому не обязаны. Напротив, Павел взывает к нам: «Если обрезываетесь, то нет вам никакой пользы от Христа». И опять об опресноках. Так празднуем не с ветхой закваской, не с закваской злобы и лукавства, но в бесквасе чистоты и истины. Наши опресники состоят не в замешанной муке, но в безукоризненном поведении и добродетельной жизни. 663. Для чего же Христос совершил тогда Пасху? Так как древняя Пасха была образом будущей, а за образом надлежало следовать истине, то Христос, наперед показав тень, потом предложил на трапезе и истину. А с появлением истины тень уже скрывается и делается неуместною. Итак, не представляй мне этого в возражение, а докажи, что Христос повелел делать это и нам. Я, напротив, докажу, что Он не только не повелел нам наблюдать дней Моисеева закона, но и освободил нас от этой необходимости. Послушай, что говорит Павел. «А когда назову Павла, разумею Христа, потому что он движет душою Павла». Так что же он говорит? «Вы наблюдаете дни, недели, месяцы, времена, годы. Боюсь, не напрасно ли я трудился у вас?» И далее. «Всякий раз, когда едите хлеб сей и чашу пьете сию, смерть Господню возвещаете». А словом «каждый», «всякий раз» апостол отдал на волю христианину, когда приступать к таинству Евхаристии. И таким образом вовсе освободил его от наблюдения времен. Ведь Пасха и Четыредесятница не одно и то же, но иное Пасха, иное Четыредесятница. Четыредесятница в каждый год бывает однажды, а Пасха и Евхаристия трижды в неделю, а иногда и четырежды, и даже столько раз, сколько мы захотим, потому что наша Пасха не пост, а приношение и жертва, совершающаяся всякий раз, когда бывает собрание, литургия. А что наша Пасха в этом состоит, послушай слов Павла. «Пасха наша, Христос, заклан за нас! Всякий раз, когда едите хлеб сей и чашу сию пьете, смерть Господню возвещаете!» Значит, всякий раз, как ты приступаешь к приобщению святых тайн с чистой совестью, ты совершаешь Пасху. Не тогда, то есть когда постишься, но когда участвуешь в этой жертве. «Всякий раз, когда едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». А возвещение смерти Господней и есть Пасха. И сегодняшнее приношение, и то, которое совершено вчера, и совершается каждодневно, одинаково с тем, которое совершалось тогда в субботный день. И то нисколько не священнее этого, и это не ниже того. Но и то, и другое одинаково, равно, страшно и спасительно. Для чего же, скажете, мы постимся в эти 40 дней? В древности многие приступали к святым тайнам без разбора, и как случилось. Особенно в то время, когда Христос преподал их. Заметив вред, какой происходит от небрежного преступления, отцы, собравшись вместе, назначили 40 дней поста для молитв, слушания Слова Божия и церковных собраний, дабы все мы, тщательно очистив себя в эти дни молитвами, милостынею, постом, всенощными бдениями, слезами, исповедью и всеми другими средствами, приступали таким образом с чистой совестью, сколько нам это возможно. И что они сделали великое дело, когда по такой снисходительности установили у нас обычай поститься, это видно из следующего. Вот мы в течение всего года не перестаем взывать и проповедовать о посте, и никто не внимает словам нашим.
Но лишь настанет время четыре десятницы, тогда хотя бы никто не убеждал и не советовал, и самый ленивый пробуждается, потому что получает совет и убеждение от самого времени. Итак, если иудеи и эллин спросят тебя, для чего постишься, не говори, что для Пасхи или креста, этим ты дашь ему сильное оружие против тебя. Нет, мы постимся не для Пасхи, не для креста, но ради своих прегрешений, потому что намереваемся приступить к тайнам. Пасха же есть предмет не поста и плача, но веселья и радости. Ибо крест изгладил грех, сделался очищением всего мира, примирением долговременной вражды, отверз врата небесные, людей, ненавистных Богу, сделал друзьями, возвел наше естество на небо и посадил одесную престола, доставил нам и другие бесчисленные блага. Итак, из-за всего этого должно не плакать и сокрушаться, а веселиться и радоваться. Поэтому и Павел говорит: «А я не желаю хвалиться ничем, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». И опять: «Составляет же свою любовь, доказывает свою любовь Бог к нам тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос умер за нас». И Иоанн вот что говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир». Как, скажи? Умолчав обо всем прочем, он указал на крест. «Ибо, сказав, так возлюбил Бог мир, прибавил, что и Сына Своего Единородного отдал на распятие, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, если крест есть предмет любви и похвалы, то не будем говорить, что мы из-за него плачем. Нет, мы плачем не из-за него, но из-за своих прегрешений. Вот почему мы постимся. 664. Только оглашенный никогда не совершает Пасхи, хотя и постится ежегодно, потому что он не участвует в приношении Евхаристии. Между тем, как и не постящийся, но приступающий с чистой совестью, совершает Пасху сегодня или завтра, или вообще всякий раз, когда он участвует в приобщении. Ибо достойное причащение зависит не от наблюдения времени, но от чистой совести. А мы делаем напротив. Сердца не очищаем, но если только приступим в субботний день, то уже и думаем, что совершаем Пасху, хотя бы и обременены были бесчисленными грехами. Но это не так. Нет. Напротив, если ты приступишь и в субботу с лукавой совестью, то все-таки не получишь приобщения и уйдешь, не совершив Пасхи. И наоборот, если сегодня приобщишься, загладив грехи свои, то в точности совершишь Пасху. Итак, эту-то точность и тщательность вы должны бы показывать не в наблюдении времен, но в приступлении к причащению. И как вы теперь готовы лучше перенести все, нежели переменить обычаи, так надлежало бы вам пренебречь этим обычаем и решиться все претерпеть и сделать, только бы не приступать к приобщению во грехах. А что Бог не обращает внимания на такое наблюдение времен, послушай, как Он судит. «Ибо алкал я, — говорит Он, — и дали мне есть, жаждал, и напоили меня, был наг, и одели меня, а стоящих с левой стороны укоряет за противное этому». И опять, когда приведен был иной раб, Бог наказывает его на злопамятство: «Раб лукавый, весь долг твой я отпустил тебе. Не подобало ли тебе помиловать слугу твоего, товарища, как и я помиловал тебя?» Он не впустил также юродивых дев в чертог жениха за то, что у них не было елея в светильниках, а одного осудил за то, что он вошел не в брачные одеяния, но в нечистых одеждах, то есть оскверненный прелюбодеянием и нечистотою. Напротив, никто никогда не был наказан и осужден за то, что совершал Пасху в такой-то и такой-то месяц. И что говорить о нас, которые освобождены от всякого такого рода необходимости и живем в горе, на небесах, где нет ни месяцев, ни солнца, ни луны, ни годичного круговращения. Кто захочет тщательно вникнуть в дело, тот увидит, что сами иудеи немного обращают внимание на время, но выше его ставят место – Иерусалим. Ибо когда люди, пришедшие к Моисею, говорили: «Мы нечисты», числа 9:7, «чтобы принести дар Господу, станьте тут», – сказал им Моисей, – «чтобы услышать, что повелит Господь о вас». Потом, вознеся жертву, дал им закон предписывающий, что если кто будет нечист по душе человека,
или на пути далеко, и не может сотворить первый месяц Пасху, да сотворит во второй. Таким образом, даже у иудеев допускается нарушение определенного времени, только бы Пасха совершалась в Иерусалиме. А ты не предпочитаешь времени единения с церковью, но чтобы наблюсти дни, оскорбляешь общую нашу Матерь и рассекаешь святое собрание. Как же можешь ты заслужить прощение, когда без всякой причины решаешься на такой грех? И что говорить об иудеях? Ведь и мы, сколько бы ни желали, ни старались, никак, однако, не можем наблюсти тот день, в который Христос распят. Это видно из следующего. Если бы иудеи не согрешили и не сделались неблагодарными, бесчувственными, небрежными и презрителями, если бы они не потеряли отечественного устройства, но вполне сохраняли бы его доселе, и тогда невозможно было бы нам, последуя им, наблюсти тот день, в который Христос был распят и совершил Пасху. А как это, я скажу и теперь. Когда Христос был распят, тогда был первый день опресноков и пятница. Но пятница и первый день опресноков не всегда могут совпадать. Вот, например, в настоящем году первый день опресноков совпадает с воскресеньем, поэтому надлежало бы поститься всю неделю. И нам, когда уже пройдут и страсти, и настанет крест распятия Христова и воскресенье, пришлось бы все еще поститься. И часто случалось, что пост иудейский продолжался после креста, после воскресения, пока не кончится неделя. Таким образом, никак нельзя наблюсти время. 666. Не будем же спорить и говорить. Я столько лет наблюдал иудейский пост, и теперь ли переменить мне обычаи? Поэтому-то самому и перемени. Столько времени ты отделялся от церкви. Возвратись же, наконец, к матери. Ведь никто не говорит, так как я столько времени был во вражде, то теперь стыдно мне помириться. Стыдно коснеть в неразумной настойчивости, а не переменяться на лучшее. То-то и погубило иудеев, что они, стараясь всегда соблюдать древние обычаи, дошли до нечестия. И что говорить о посте и наблюдении дней? Павел строго соблюдал закон, много подъял трудов, много совершил путешествий, много перенес и других бедствий, и точности в исполнении обрядов иудейских превосходил всех своих сверстников. Однако и по достижении высшего совершенства в иудейской жизни, как только узнал, что все это он делал ко вреду и на погибель себе, тотчас переменился. Он не спрашивал себя, что это такое. Уже ли я напрасно потреблял столько усердия, потерял столько труда? Нет. Для того-то он и переменился скорее, чтобы снова не понесть той же потери. Для того и презрел праведность законную, чтобы получить праведность от веры. Взывает он. То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел считою. «Если принесешь дар твой, — говорит Иисус Христос, — к жертвеннику, и там вспомнишь, что на тебя имеет нечто брат твой, то оставь там дар твой перед жертвенником, и шед прежде смирись с братом твоим, и тогда, пришед, принеси дар твой». Что скажешь на это? Когда просто брат твой имеет что-нибудь против тебя, Христос не позволяет тебе принести жертву, доколе не помиришься с братом. А когда имеет нечто против тебя вся церковь и столько отцов, ты осмеливаешься и дозволяешь себе приступать к божественным тайнам, не прекратив этой неразумной вражды? И как же можешь ты в таком расположении духа совершить Пасху? Говорю это не к тем только, но и к вам, здоровым, чтобы вы, сколько ни увидите таких, всех их с великой осторожностью и ласковостью взяли и собрали и привели к Матери. Если даже они будут противиться, будут уклоняться, или другое, что делать, не отстанем, доколе не убедим их, ибо ничто не может сравниться с миром и согласием. Поэтому и отец наш, епископ, вошедший в церковь, не прежде восходит на эту кафедру, как и спросив всем вам мир, и встав, не прежде начинает учить вас, как преподав всем мир. И священники, когда хотят благословлять, прежде всего и спросят мир для вас, и потом уже начинает благословлять. Также и диакон, приглашая молиться вместе с прочими прошениями, повелевает в молитве просить ангела мирно, да и все возносимые им моления исполнены мира. И, наконец, отпуская нас из всего собрания, он желает вам этого же говоря,
«С миром изыдите!» Вообще без мира ничего нельзя ни сказать, ни сделать. Он есть наш питатель и отец, который лелеет нас с великой заботливостью. Мир же, я разумею, не тот, что состоит в пустом приветствии и общении трапез, но мир по Боге, происходящий от духовного единения. Это-то единение многие теперь расторгают, когда по неразумной ревности, уничижая наши постановления и придавая большую важность иудейским, считает их, иудеев, учителями, заслуживающими большего доверия, чем наши отцы, и христоубийцам, верят в том, что касается страдания Христова. Что может быть бессмысленнее этого? Разве не знаешь, что иудейская Пасха есть образ, а христианская истина? Смотри, какая между ними разность. Та избавляла от телесной смерти, а это прекратило гнев Божий, которому подпала вся вселенная. Та избавила некогда от Египта. Это освободило от идолослужения. Та погубила фараона. Это дьявола. После той Палестина. После этой небо. Что же ты сидишь со свечой, когда уже взошло солнце? Зачем хочешь питаться молоком, когда дается тебе твердая пища? Для того тебя и кормили молоком, чтобы ты не оставался на молоке. Для того и светила тебе свеча, чтобы ты пришел к солнцу. Итак, когда настало совершеннейшее состояние, не будем возвращаться к прежнему. Не будем наблюдать дней, времен и годов. Но во всем неуклонно последуем церкви, всему предпочитая любовь и мир. Если бы даже и ошибалась церковь, и в таком случае не столько было бы похвально точное наблюдение времен, сколько осуждение достойное, разделение и раскол. Вот я нисколько не забочусь о времени, так как и Бог не заботится, что мы уже и показали, ибо и об этом я уже много говорил. Одного только домогает, чтобы нам делать все в мире и единомыслии, чтобы когда мы постимся со всем народом, и священники совершают общественные молитвы за вселенную, в это время ты не оставался дома пьянствовать. Подумай, ведь это дьявольское наваждение и составляет не один, не два, не три греха, но гораздо более. Отделяет тебя от стада Христова, заставляет обвинять столь многих отцов, ввергает в упорство, увлекает к иудеям и выставляет тебя на соблазн и домашним, и чужим. Ибо как станем мы упрекать их в том, что они сидят дома, когда и ты бежишь к ним? А кроме этих важных грехов, может произойти и большой вред, когда ты во время постов тех с иудеями не будешь пользоваться ни писанием, ни собраниями, ни благословением, ни общими молитвами. Но все это время проведешь с нечистой совестью, страхи и трепети, чтобы не уличили тебя, как какого-нибудь иноплеменника и народца, между тем, как тебе надлежало бы вместе с церковью совершать все с дерзновением, с удовольствием, с радостью и совершенной свободою. Церковь не знала строгого наблюдения времен, но когда затем всем отцам церкви угодно было собраться вместе из различных стран и назначить определенный день Пасхи, то церковь во всем, почитающая согласие и любящая единомыслие, приняла их определение. А что ни вам, ни нам и никому другому из христиан невозможно так ограничивать наш воскресный день, это достаточно доказано выше. Не будем же сражаться с тенью, и споря из-за случайного, не повредим себе в важнейшем. Поститься в то или другое время не предосудительно, но разделять церковь, жить в раздорах, производить расколы и постоянно уклоняться от церковного собрания – это непростительно, достойно осуждения и влечет за собой тяжкое наказание. Можно бы сказать и больше этого. Но для внимательных достаточно и сказанного. А для невнимательных не было бы пользы, если бы сказано было и больше. Посему, заканчивая здесь слово, все вместе попросим наших братьев возвратиться к нам, возлюбить мир, отстать от неразумного упорства и, оставив без внимания маловажное, проникнуться возвышенными и важными мыслями и освободиться от наблюдения дней, чтобы всем нам единодушно, едиными устами прославлять Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.